заданию. Настроение ли? Но сейчас перед вами выступит победительница регионального этапа всероссийского конкурса исследовательских проектов бессрока давности Руфина Дюкина с отцом Русланом Мизафаровичем Дюкиным, без которого не была, была бы невозможна эта победа. Руководитель этого проекта Васильева Ольга Анатольевна. Полк идет в атаку на рассвете, громыхали пушки тяжело. Будет завтра сказано в газете, эмской частью занято село. Будет завтра сказано в газете, эмской частью занято село. Чтоб всегда румяное счастье улыбалась девушка твоя. В эмской части служит мой любимый, про него написана статья. В эмской части служит мой любимый, про него написана статья. Чтоб сияли новостью хорошей и окрепли русские полки. В эмской части враг назад отброшен и зажат в железные тиски. В эмской части враг назад отброшен и зажат в железные тиски. Чтоб всегда румяное от счастья улыбалась девушка вдали. В эмской части служит мой любимый, это он герой родной страны. В эмской части служит мой любимый, это